Инструкция по забору проб биологического материала. Положите перед собой на чистую поверхность конверт для сбора зондов и упаковку с двумя ватными палочками. Напишите на конверте сведения о биоматериале первого участника исследования, а именно фамилию, имя, отчество, возраст, степень предполагаемого родства, дату забора проб, расовую принадлежность. В случае анонимного теста фамилию, имя, отчество и дату рождения пропускают. Вскройте упаковку с зондами и возьмите в руки один зонд. Обратите внимание, брать зонд можно только за пластиковый стержень. К самим ватным тампонам прикасаться нельзя, иначе образец может быть испорчен. Проведите ватным концом стерильной палочки по внутренней поверхности одной из щек клиента, совершив круговые движения не менее 10-20 раз. Вложите ватную палочку с биоматериалом в приготовленный для этого конверт, содержащий сведения о первом участнике анализа. Не заклеивайте конверт. Достаньте из конверта вторую ватную палочку и проделайте те же действия по сбору биоматериала у того же участника. Положите вторую ватную палочку с биоматериалом в тот же конверт. Уберите защитную полосу с клеевого слоя конверта и заклейте. Ни в коем случае не смачивайте слюной клеевой слой. Это приведет к непригодности образца. В результате в первом конверте с описанием первого участника лежат две ватные палочки с биоматериалом первого участника анализа ДНК. Возьмите второй конверт. Заполните информацию по второму участнику исследования и повторите аналогичную процедуру забора биоматериала для второго участника исследования. В результате проделанной работы у вас должно быть по одному запечатанному конверту для каждого из участвующих в исследовании, каждый из которых должен содержать по две ватные палочки с собранными образцами. Ни в коем случае не упаковывайте конверты в полиэтиленовые пакеты или файлы. Это может привести к разрушению ДНК. Если в месте контакта с ватным наконечником конверт промок, необходимо дать ему подсохнуть. Контакт промокших конвертов между собой может привести к перекрестному загрязнению биологических образцов. Использование нагревательных приборов при высушивании недопустимо. Если у клиента есть необходимость провести исследование ДНК на основе другого биоматериала, например, волос, ногтей или жевательной резинки, свяжитесь со специалистами нашей генетической лаборатории для консультации.